совет или да, давай. Я Кличко сейчас кину. Кличко, выходи под трус. Давай, давай, Лёш. Кличко, выходи под трус, мы готовы. Great champion. Да выключи ты вот запись. Здесь он тебе нужен. Он заебал меня. Ну вы в прямом эфире, Владимир Цезарь. А сейчас я вам покажу защиту, у которой тоже делают профессионалы. И вам прямо главное, как мы нашим тренером, эту защиту включать. Но она очень опасна. Очень опасна. Готовы? Попробуйте. Очень опасно. Давайте посмотрим себя. Вы немножко отойдите, будет вам лучше видно. Ноги стоят в карандаше. Я еще раз повторю, это упражнение. Смотрите, вот сделал уклон. Что это такое? Стоп! Брейк! Сильнее, сильнее, работай, работай, сильнее, сильнее, полнее, полнее. Это наша правая. Сегодня лучше и добрее, добрее, добрее станет все человечество. В спорте соперники. Я еще раз повторяю, это упражнение.
Ноги стоят фронтально. Я еще раз повторяю, это утверждение. Сегодня лучше и добрее, добрее, добрее станет все человечество. В спорте есть соперники. Вот еще одна школа бокса в городе Оренбурге. Сейчас здесь будем проводить мастер-класс. Чемпион мира Алексей Лезин. Заслуженный тренер России СССР Владимир Цезарович. Владимир Цезарович, посещаем с тобой третий уже зал. Скажи, пожалуйста, в городе Оренбурге. Свои мысли, свои слова. Я просто поражен отношением, прежде всего, руководителей этого города данному виду спорта, к нашему, к любимому. И не пойму, почему так получается. Где-то есть, а где-то нет. Есть там, результат? Там, где мы заслужили, что в городце Нижегородской области, что в городе Серове. Что в Ульяновске. Что у нас в Серове находится, я приеду домой и выставлю на всеобщее обозрение. Стыдобище будет и бывшей администрации, и настоящей администрации. Вот так, дорогие друзья, сегодня мы провели прекрасный день и провели мастер-класс, сейчас будем проводить в городе Оренбурге, он в центре бокса. Сегодня посетили, наверное, 4 уже боксерских центра. Если честно, я в шоке. Вот, пожалуйста, уважаемые чиновники Городецкого района, Нижегородской области, вот посмотрите, есть ли одна площадка спортивная в нашем, я имею в виду хорошая такая, где можно в теннис играть, футбол, баскетбол. Вот господин министр Панов, посмотри, пожалуйста, как сегодня выглядит город, как сегодня выглядит город Екатеринбург. Какое развитие. Понавтыкали вот эти фоки, эти саркофаги, что дальше? А рядом в районах все тухловато. Вот каждая дворовая территория должна быть вот так оборудована. Везде написано Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, Федерации бокса России, Федерации города Екатеринбурга. Вот это показатель. Вот это боксерский центр. Вот таких уже мы объехали 4. Мы должны годиться Нижегородской землей. Она тоже дала много олимпийских чемпионов. К сожалению, почему-то местные чиновники, то ли он не спортсмен, то ли он вообще от спорта далек. Ничего не создает для олимпийского вида спорта бокс. Какая-то закамуфлированная точка вот эта. Наша планета Земля, город Нижний Новгород. Ну вот как-то так, Андрюх, у нас. Здорово, Руслан. Потихонечку, тихим задом. Училище Олимпийского резерва? Училище Олимпийского резерва? Школа. Школа. Резерв, в декабре приказ был на спорт. У нас девочка выиграла первенство России в прошлом году. Участница Европы за одну
за выход в полуфинал проиграла. До восьмое место. Да, с пятое, восьмое место. И за это Министерство спорта России или одно из требований по присвоению статуса Олимпийского резерва – член сборной. Член сборной? Да, член сборной обязательно. Просто член сборной и уже можно присваивать училище Олимпийского резерва? Статус школы Олимпийского резерва. А, школа. Школа Олимпийского резерва, да, не училище, школа. Ага. Ну, один из критериев. Ну и, соответственно, там, программа, чтобы соответствовать. У нас два чемпиона мира. Вот я, Ольга Домоланджанова. Финалисты мира, призеры, юниоры есть. Ничего не открыто. Ну, это упущение того... Господин Панов. Господин министр Панов. Вот, смотри. Девочка, чемпионка России по юниорам и финалистка Европы. И открыто. Спортивная школа Олимпийского резерва. Давайте-ка нам все выходим. Тут все приедем. Идемте в зал посмотрим. Где Владимир Цезарь? Здрасте. Куда прямо? Ну, я хотел бы всем показать. Можем вдвоем пройти. Сейчас подойду. Понятное дело, ресепшн. А может, он уже ушел? Ну, прямо пошел в зал. Площадка наша в той школе. Не, ну, блин, с таким результатом открыть Олимпийского резерва – это круто. Здесь у нас таких два специализированных зала для такой более... индивидуальной работы. Сильной рукой бьем, добиваем сильной рукой. Один да. зал для работы с группой высшего спортивного мастерства. Вот. Здесь еще один зал. Здесь уже нестандартный. Для работы есть зеркала, то есть специализированный. Все мешки сам здесь вешаю. Угу. Здесь гостиница у нас здесь. На сколько человек? На 37 человек. То есть мы все сборы областные, отборочные соревнования, все проводим на эту базу и ребята, соответственно, здесь. Владимир Цезарь, скажи пару слов. Твое мнение по залу, в котором мы сегодня находимся. Уникальный зал, напоминает чем-то тот зал, где в свое время тренировался Константин Дзю. Очень хорошая энергетика, чувствуется, что здесь работали преданные люди своему делу. Ну и сама материальная база, замечательно видно, что опять же неравнодушные люди за всем следят. И думаю, что у них результат будет. Не заставить себя ждать. Большое спасибо, Цезарь. Пойдемте за тренажерный зал. Тренером здесь. Друзья, там шикарный они зал. Рабочий шикарный зал. Так, пацаны, кто хочет стать чемпионом мира? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нормально. 10 человек будет в Екатеринбурге чемпионом мира, 100%. Из этого зала.